start doing evil, it's like a slippery slope. Джудит Барси, казалось, жила той жизнью, о которой многие дети могут только мечтать. К 10 годам она уже успела сняться в более чем 70 рекламных роликах, в нескольких телевизионных программах, таких как «Панки Брюстер» и шоу Трейси Улман, а также получила роли в более крупных проектах «Земля до начала времен» и «Челюсти. Месть». Однако жизнь Джудит и ее матери была полна страха перед Джозефом, отцом девочки. Он был проблемным человеком, который страдал от алкоголизма и регулярно угрожал своей семье насилием. По мере роста карьеры Джудит увеличивалась и обида Джозефа на своих дочь и жену, а кульминацией стал жестокий акт домашнего насилия, положивший конец семье Барси. Знакомство родителей Джудит. Джудит Барси родилась в Лос-Анджелесе 6 июня 1978 года в семье венгерских эмигрантов Джозефа и Марии Барси. Она была поздним ребенком, ее отцу и матери было 45 и 38 лет соответственно. Йозеф Барши, таким было настоящее имя отца девочки, появился на свет в 1932 году. Родители отказались от него сразу после рождения, поэтому мальчик отправился в приют. Юные годы Йозефа пришлись на время Второй мировой войны. После венгерского восстания 1956 года молодой человек решил уехать из страны. Сначала он поселился во Франции, там познакомился с венгерской беженкой Кларой и женился на ней. В этом браке родилось двое детей – мальчик и девочка. Йозеф работал на низкооплачиваемой работе, и его не устраивала такая жизнь. В 1964 году он решил переехать с семьей в Нью-Йорк. Там он сменил имя на более благозвучное для американского слуха – Джозеф Барси. Однако переезд не улучшил условия, в которых жила семья. Мужчина по-прежнему работал на низкоквалифицированных работах, и денег постоянно не хватало. Он сильно комплексовал по поводу своего происхождения и очень выраженного венгерского акцента. Из-за всего этого он пристрастился к алкоголю. Когда выпивал, срывал свою злость на жене и детях. Наконец, Клара не выдержала и переехала с детьми в Аризону. Барси хотел наладить отношения с женой. Он последовал за своей семьей в Аризону, бросил пить и нашел работу сантехником. Клара оценила попытки Джозефа стать лучше и снова сошлась с ним. Однако уже год спустя она подала на развод после того, как мужчина швырнул в нее чугунную сковороду. Женщина была настроена решительно и навсегда оставила мужа. Дочь Барси от первого брака, Аги, впоследствии высказала предположение, что развод мог нанести ее отцу психологическую травму, которая могла поспособствовать трагическому развитию событий. После расставания с первой женой, Джозеф в поисках лучшей жизни переехал в Калифорнию. Там он устроился работать слесарем. В качестве хобби он играл на банджо и скрипке в группе, где его позывным псевдонимом был Йозеф. Мария Вирович родилась в 1940 году в Венгрии. Когда она выросла, также решила переехать в США. В Америке девушка пыталась стать актрисой, но потерпела неудачу. Когда она встретила Джозефа, то работала официанткой в кафе, посетителями которого в основном были иммигранты. Чтобы произвести впечатление на понравившуюся ему женщину, тот оставил ей в качестве чаевых $100. Пара начала встречаться и поженилась в августе 1977 года. Вскоре Мария забеременела. Она уволилась с работы и стала домохозяйкой. Семья жила в небольшой квартире на пособие в то время, как Джозеф пытался найти работу. Ранние годы Джудит. На Марию жизнь голливудских звезд, за которой она могла наблюдать, пока живет в Лос-Анджелесе, произвела огромное впечатление, и она была полна решимости помочь дочери сделать актерскую карьеру. Женщина с самых ранних лет учила девочку хорошим манерам и умению правильно держать осанку.
«Я говорил ей, чтобы она не тратила время зря», – вспоминает брат Марии Джозеф Уэлдон. «Я сказал, что вероятность того, что Джудит добьется успеха, составляет 1 на 10 тысяч». Несмотря на то, что Джудит жила в Голливуде, шансы стать известной у нее были ограничены. Она не имела формального актерского образования, а ее родители были иммигрантами, принадлежавшими к рабочему классу и не имевшими никаких связей в сфере шоу-бизнеса. Однако у девочки была одна особенность. Из-за дефицита гормонов у нее наблюдалась значительная задержка в физическом развитии. Ее голос и рост соответствовали голосу и росту ребенка гораздо младшего возраста. Несмотря на гормональную терапию, которую девочка проходила в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Джудит так и не выросла выше 111 сантиметров. Однажды один из членов съемочной группы заметил на катке очаровательную девочку, миниатюрную блондинку, легко скользящую по льду. Ей было всего 5 лет, когда ее пригласили пройти пробы на съемку в рекламном ролике. Хотя девочка выглядела очень юной, она была незамкнутой и умной. Это сделало ее чрезвычайно востребованной среди продюсеров, ведь она могла играть совсем маленьких детей, но при этом прекрасно понимала, что от нее требуется. Успех. Свою первую главную актерскую роль Джудит получила в 1984 году, снявшись в телевизионном мини-сериале «Фатальное видение». В следующем году 7-летняя девочка появилась в 6 телевизионных проектах, включая эпизод «Сумеречной зоны». Внезапно Джудит стала зарабатывать около 100 тысяч долларов в год, что сегодня с поправкой на инфляцию составляет чуть менее четверти миллиона долларов. Поскольку она постоянно получала приглашения на участие в новых проектах, то легко могла обеспечивать свою семью. Барси переехала в дом с 3 спальнями в долине Сан-Фернандо, в районе Лос-Анджелеса, где располагались студии Warner Brothers и Walt Disney Studios. Ненависть отца. Однако по мере того, как карьера девочки становилась все успешнее, Джозеф, ее отец, все больше озлоблялся и начинал испытывать к своей жене и дочери настоящую зависть. Его уязвляло, что основной доход в семью приносит не он, а маленький ребенок. Постепенно зависть переросла в паранойю. Он боялся, что жена и дочь уйдут от него. Джозеф был очень эгоистичным и вспыльчивым. Он противился тому, чтобы интересы его дочери представляло агентство, потому что хотел полностью контролировать Джудит и ее финансы. Когда Барси переехали в новый дом, первое, что сделал мужчина, это поставил забор, который можно было открыть только изнутри. Сам глава семейства не стремился общаться с соседями и всегда очень быстро завершал беседу, если кто-то заводил с ним разговор. Из-за негативной атмосферы в доме, вызванной нелюдимостью Джозефа, друзья Джудит не любили бывать у нее в гостях. Однажды Мария устроила вечеринку в доме. Было приглашено множество гостей, и все они были очень очарованы Джудит. Соответственно, все внимание досталось ей. У отца девочки это вызвало ярость. Он увел ее на кухню, потянул за волосы и толкнул так, что она упала. Джозеф назвал дочь маленьким чертовым отродьем. Джудит была сильно напугана этим эпизодом и поделилась переживаниями только со своим другом, с которым училась в одном классе. Джозеф имел проблемы с законом. Он 3 был арестован полицией Лос-Анджелеса за вождение в нетрезвом виде, а также за участие в драках в барах. Однако за насильственные преступления против своей семьи он никогда не привлекался. Что говорили соседи и друзья о проблемах семьи Барси? Знакомые Марии рассказали, что Джозеф регулярно угрожал убить ее и Джудит. Друг Джозефа, Питер Кивлен, после трагедии сообщил, что Барси более 500 раз говорил о своем желании убить жену. Самым пугающим в воспоминаниях Кивлена было то, что на вопрос друга, что же будет с Джудит, если тот убьет ее мать, Барси ответил:
я должен убить и ее». Некоторые знакомые говорили, что Джозеф признавался им, что планирует убить себя и Джудит, а Марию оставить в живых, чтобы она страдала. Другие свидетели утверждали, что женщина регулярно сообщала об угрозах расправы со стороны своего мужа. Она даже сняла в мае 1998 года квартиру в соседнем районе Лос-Анджелеса, Панорама Сити, куда могла отвозить дочь на весь день, чтобы оградить ее от агрессии Джозефа. Однако официального развода не было. Вечером мать с дочерью возвращались домой, и супруг по-прежнему имел сильную власть над своей семьей. Мария использовала любую возможность, чтобы вытащить дочь из дома. Они часто обедали в кафе, ходили в гости к друзьям и знакомым, посещали общественные мероприятия. Джудит свободно говорила по-венгерски, поэтому на людях мать и дочь общались на родном языке, чтобы никто не мог понять, о чем они разговаривают. По словам соседки Барси, однажды Джудит играла в своем дворе с воздушным змеем. К ней подошел Джозеф и резко выхватил игрушку, отчего девочка заплакала. Вместо того, чтобы извиниться или утешить ее, он повернулся к Марии и сказал, что их дочь – избалованный ребенок, который не умеет делиться, и разорвал змея на куски. Насилие возрастает. Соседка семьи Юнес Дейли, наблюдая за отношением главы семьи к своим родным, посоветовала Марии переехать, однако та ответила: «Я не могу, потому что он придет за нами и убьет, а еще он угрожает сжечь дом». Джозеф скрыл от Марии телеграмму, которая извещала женщину о смерти ее родственника в Венгрии, потому что не хотел, чтобы жена уехала из Соединенных Штатов Америки вместе с Джудит на похороны. Он боялся, что они не вернутся. 10 июня 1986 года юная актриса отмечала свое восьмилетие. Она делала это с друзьями из начальной школы в боулинг-клубе. Отца Джудит не было на празднике, и Мария объяснила это одному из знакомых тем, что ее муж снова напился и сидит дома. В декабре 1986 года Мария подала заявление в полицию на своего мужа, обвинив его в угрозах убийством, попытке удушения и нанесении ударов по лицу. Полицейские не обнаружили видимых телесных повреждений и отказались возбуждать уголовное дело. Почувствовав, что Мария хочет уйти от него, Джозеф усилил контроль над семьей. Перед отъездом жены и дочери на Багамы, где Джуди должна была принимать участие в съемках фильма 1986 года «Челюсти. Месть», Джозеф приставил нож к шее девочки и сказал, что если та не вернется, он перережет ей горло. Когда съемки фильма закончились, Мария купила билеты на самолет в Нью-Йорк, чтобы навестить своего брата Уэлдона. В один из дней, когда Джудит играла со своей кузиной, раздался телефонный звонок. Это был Джозеф. Он попросил передать трубку дочери и произнес: «Помни, что я сказал тебе перед твоим отъездом». Джудит уронила телефон, заплакала и убежала в другую комнату. Мария взяла трубку и начала ругать мужа. «Я никогда не видел ничего подобного», – вспоминал о том случае позже Уэлдон. После этого матери и дочери пришлось прервать поездку и вернуться домой в Калифорнию. Соседи и друзья Марии, знавшие о проблемах в семье, убеждали женщину оставить мужа. Одна подруга даже предложила ей свой дом в качестве временного убежища. Однако Мария говорила разным людям разное. То заявляла, что подает на развод, то высказывала нежелание уходить от Джозефа. Неудачная попытка примирения. Брат Марии рассказал, что за два года до трагедии Джозеф бросил пить, чтобы попытаться наладить отношения со своей женой. Однако он не смог вернуть благосклонность супруги. «Мария не хотела мириться, поэтому Джо все больше погружался в депрессию», — говорил Уэлдон. Он добавил, что Барси нередко жаловался на то, как жена ведет домашнее хозяйство, и даже водил по дому друзей, показывая им валяющиеся игрушки и одежду. В декабре 1987 года, разговаривая по телефону со своей племянницей Евой Рейтс, Мария упомянула, что подозревает Джозефа в измене. Она сказала, что он, как ей кажется, осыпает другую женщину дорогими подарками.
Рейтс впоследствии вспоминала, что голос Марии в тот момент не казался обеспокоенным или расстроенным, словно для женщины это была лишь еще одна причина развестись с мужем. По словам племянницы, Мария сказала: «Измена Джозефа, вероятно, лучшее, что когда-либо случалось со мной». Физическое и эмоциональное насилие в доме возрастало, и вскоре Хансен заметила, что девочка набрала вес. Из веселого и счастливого ребенка Джудит превратилась в подавленного и замкнутого, а также у нее поредели ресницы. Позже выяснилось, что юная актриса вырывала их сама себе от стресса. На прослушивании в мае 1988 года Джудит без причины истерически разрыдалась и не могла произнести ни слова. Все эти тревожные признаки побудили агента настоять на том, чтобы Джудит обратилась к психиатру, который установил, что девочка подвергалась серьезному психологическому насилию. Друзьям Джудит говорила, что боится идти домой, потому что ее папа несчастен и каждый день напивается. «Я знаю, что он хочет убить мою маму», – добавляла она. Одной своей подруге юная актриса рассказала, что отец швырял в нее кастрюли и сковородки, из-за чего у нее пошла кровь из носа. О выводах врача сообщили в департамент по делам семьи и детей округа Лос-Анджелес. Однако в расследование вмешалась Мария Барси, заявив, что она планирует расстаться с Джозефом, и привела в качестве доказательства свою секретную квартиру в Панорама-Сити. Департамент завершил расследование незадолго до трагических событий. Хансен поддерживала женщину в ее стремлении уйти от агрессивного мужа, но в июне Мария сообщила, что хочет остаться в доме до дня рождения Джудит. Знакомство Марии и Джудит с детьми Барси от первого брака. В июне 1988 года Джозеф связался со своим сыном от первого брака Барной и сказал, что он очень хочет увидеть его и его сестру Аги, чтобы загладить свою вину. Он пригласил детей в Лос-Анджелес, рассказав, что женился во второй раз и упомянул, что у них теперь есть сводная сестра. Барна сразу принял приглашение, а его сестра колебалась. Она так и не простила отца, но ей хотелось познакомиться с маленькой Джудит. Старшие дети Джозефа приехали в день рождения своей сводной сестры. Барна сразу же принял приглашение, а его сестра колебалась. Она так и не простила отца, но ей хотелось познакомиться с маленькой Джудит. Старшие дети Джозефа приехали в день рождения своей сводной сестры. Барна сосредоточился на общении с отцом и его новой женой, а Аги почти все время уделяла Джудит. Девочка, которой в тот день исполнилось 10 лет, была в восторге от старшей сестры. Через несколько дней, проведенных у семьи Барси, Барна и Аги были готовы простить отца и наладить с ним отношения, однако что-то в поведении Джудит их настораживало. «Я посмотрела на нее и сразу поняла, что что-то происходит», — вспоминала Аги Барси в своих мемуарах. «Я увидела себя в прошлом». Расстроенная пониманием, что ее младшая сестра также подвергается насилию, Аги отвела Марию в сторону и потребовала объяснить, что происходит. Мария призналась, что у Джозефа вспыльчивый характер, и иногда он ведет себя агрессивно, но мужчина бросил пить и обещал вести себя лучше. «Я сказала ей, чтобы она забрала Джудит и отвезла ее в безопасное место, но у Марии были другие намерения. Когда мы приехали к ним в гости, то были шокированы тем, насколько грязно в доме. Это было просто отвратительно. Я сразу же предложила помочь убраться, но Мария возразила. Ее план заключается в том, чтобы сделать обстановку в доме настолько невыносимой, что Джозеф сам уйдет оттуда». Когда Аги и Барна собирали свои вещи, чтобы вернуться в Аризону, Джудит подошла к сестре и спросила: «Аги, возьми меня с собой. Я боюсь, что папа собирается сделать что-то плохое». Аги, которая не могла спокойно смотреть на страдания девочки, наклонилась к ней и заверила, что все будет хорошо. «Я сказала ей, что отец причинял боль мне и Барне в детстве, но потом все закончилось, это были временные трудности. Я сказала, что она должна быть сильной. Никогда не забуду ее взгляд в тот момент, когда мы уезжали». В понедельник, 25 июля, девочка пропустила назначенную деловую встречу. Последний раз ее видели в живых в этот день, когда она каталась на велосипеде. Вечером она должна была прийти к своему другу на ночевку, но по какой-то причине не сделала этого. Down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up all the rain. So the itsy-witsy spider crawled up the water spout. Что случилось с Марией и Джудит Барси? Следователи полагают, что примерно в 1:15 ночи 26 июля 1988 года Джозеф прокрался в комнату дочери, где та спала на кровати с балдахином. Рядом с кроватью стоял розовый телевизор, который, по словам соседки, отец подарил девочке в качестве извинения за то, что дернул ее за волосы и толкнул на вечеринке. Мужчина подошел к Джудит и выстрелил в нее. Она умерла, так и не проснувшись. Услышав выстрел, Мария вскочила с кровати и выбежала в коридор. Там она увидела своего мужа, упала на колени и попыталась защитить голову руками, но мужчина хладнокровно выстрелил и в нее. Джозеф оставался с телами своих умерших жены и дочери еще 2 дня. 27 июля в 8:30 утра соседка Юнис Дейли позвонила в полицию и сообщила, что слышала выстрел из дома Барси. Позже она вспоминала: «Моей первой мыслью, когда я побежала звонить в службу 911, было: он сделал это. Он убил их и поджег дом, как и обещал». Когда приехали патрульные, они обнаружили в гараже Джозефа, умершего от выстрела. Перед тем, как совершить самоубийство, он облил тела Джудит и Марии бензином и поджег. Похороны. Марию и Джудит Барси похоронили 9 августа на кладбище Форест Лоун в Лос-Анджелесе. 23 августа 2004 года поклонники маленькой актрисы установили на могиле надгробную памятную плиту, где под именем девочки выведена фраза «Наш бетонный ангел». Цитата из песни Мартины Макбрайд, в которой повествуется о жестоком обращении с детьми. О том, где похоронен Джозеф, неизвестно. Расследование. Чиновников Лос-Анджелеса обеспокоило, что социальная служба не смогла предотвратить преступление, хотя властям было известно о серьезных проблемах в семье. «Это пугает, потому что они, мать и дочь Барси, сделали все правильно, обратившись за помощью к властям, а мы не смогли помочь им», – прокомментировала Хелен Клямберг, член наблюдательной комиссии по делам детей, консультативным органом по делам детей при попечительском совете. Впервые за свою 4-летнюю на тот момент историю комиссия обратилась в агентство по делам детей с просьбой изучить досье Дарси, чтобы проверить, насколько правильно велось дело. Клейнберг сказала, что комиссия осталась недовольна результатами проведенного анализа. «Мы не можем спасти каждого ребенка», – заключила она и добавила, что расстроена известием о том, что департамент по делам детей прекратил заниматься семьей Дарси по просьбе Марии. Однако, с моей точки зрения, клиентом в этом деле был ребенок, а не мать. Трагедия, произошедшая с семьей Дарси, спровоцировала в обществе дискуссию о проблемах в системе социальной службы. Даже если чиновникам становится известно о случаях эмоционального насилия над детьми, как в случае с Джудит, очень трудно это доказать. Намного сложнее, чем доказать, что ребенок подвергается физическому насилию. Детектив полиции Лос-Анджелеса Сандра Палмер, работавшая над делом о двойном убийстве и самоубийстве, сказала: «Как защитить кого-то от угроз? Честно говоря, мы мало что можем сделать в этом случае. Я могу говорить кому-то, что убью его, потому что у нас в стране свобода слова. Однако я не имею права воплощать свои угрозы в жизнь». Наследие Джудит Барси. Хотя Джудит умерла в июле 1988 года, она продолжает жить благодаря своим ролям. 2 фильма с ее участием вышли уже после ее гибели: «Земля до начала времен» и «Все собаки попадают в рай». He is talking. Laura, is it? You should not eat talking trees. No. Came a little girl's only chance for happiness. I'm an orphan. A girl who talks to animals. Could you please tell me which one of you is going to win today's race? All dogs go to heaven. В
первом она озвучила веселого динозаврика Даки, чья фирменная фраза «Ага-ага-ага» выгравирована на надгробии девочки. В фильме «Все псы попадают в рай» Джудит сыграла Анну Мари, сироту, умеющую разговаривать с животными. Эта кинолента заканчивается песней «Love Survives», посвященной памяти Джудит. Hi, baby. Listen, I'm sorry about this morning. Are you taking me to your house? No, honey, I just stopped by to say hello. Listen, what were you doing over there? Beating up a boy. Feel my muscle. See, that is excellent. Звезда Джудит только начала сиять. Она добилась большого успеха, перед ней были открыты все двери, сказала Бонни Голд, пресс-секретарь актерского агентства, с которым работала юная актриса. Неизвестно, как высоко бы она поднялась. Как вы думаете, почему мать Джудит, прекрасно понимая, насколько опасен ее муж, все же не ушла от него, хотя и предпринимала попытки сделать это? Почему никто не помог маленькой девочке, ведь все видели, что в ее семье серьезные проблемы? Делитесь своим мнением в комментариях, но перед этим обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!